Нарьинмарские школьники вернулись с международного культурно-образовательного форума «Таланты Арктики-дети». Это специальный проект для детей из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В этом году мероприятия проходили на территории этнографического парка музея «Этномир» в Калужской области. Александра Литкова расскажет подробнее. В международном культурно-образовательном проекте «Таланты Арктики-дети», который реализуется Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Совета Федерации, Ненецкий округ принимает участие в третий раз. В этом году регион представили 5 человек. В этом году проект прошел в Калужской области. Поехали туда самые талантливые, самые активные дети от нашего региона. Для отбора детей был проведен конкурс. Дети принимали участие в разных номинациях. Номинации были по декоративно-прикладному творчеству, направлению художественное творчество, изобразительные и творческие работы, которые были связаны с родным языком. Ярослав Талеев вошел в число 20 участников из 14 регионов, которые за активное участие в проекте, проявленное усердие, энтузиазм и творческие успехи, получили грамоты Совета Федерации. Я сам даже не ожидал, просто там у нас были разные мероприятия, мастер-классы и школа. И мне сказали то, что выбирали в Совет Федерации те, кто хорошо, активно участвует в этих конкурсах, мастер-классах и тому подобное. Насыщенная культурно-образовательная программа включала в себя занятия по родному языку, мастер-классы, лекции, изучение иностранных языков, географии, культуры и истории народов России. Работают разные направления, они, значит, и учатся, скажем, получают знания по географии, да, тут дети сказали. Затем в этом году у них был упор на науку, они познавали космос, да, встречались с космонавтами, что действительно, если они были бы у себя, конечно, где бы ребенок встретил космонавта, да, понимаете? Всего в проекте приняли участие 150 детей из 28 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Все они являются представителями коренных малочисленных народов. Это очень хорошая школа, когда наши ребята куда-то едут, видят других ребят из других регионов, чем они увлекаются, чем они живут. И вот этот обмен такой опытом и совместный такой отдых, совместный труд такой, он, конечно, обогащает вот наших ребят. И самое-то главное, там привлекались эксперты, люди из других регионов, которые хорошо знают традиции, культуру своего народа. Добавлю, «Таланты Арктики-дети» – это инновационный проект по сохранению традиционной культуры, навыков и языков коренных народов. В задачи проекта входят также воспитание патриотизма и экологической ответственности. Александра Литкова, Владислав Ткачев, телеканал «Север».